Районная рокировка. С четверга главой администрации Заволжского района назначен Борис Гидулянов. До этого он почти 4,5 года возглавлял Красноперекопский район. В органах городского самоуправления Гидулянов работает с 2008 года. Бывший глава Заволжского района Андрей Мамонтов продолжит работу в Ярославской мэрии. Правда, пока неизвестно, в какой должности. Сейчас он в отпуске. Напомню, для оптимизации и сокращения расходов городские власти приняли решение об объединении администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов, а также Кировского и Ленинского. Сэкономить на этом удастся в следующем году почти 30 миллионов рублей.